другим темам. Завтра в 13:00 будет проведена плановая проверка системы оповещения населения муниципального образования город Лабытнанги с включением электрических сирен. С мая текущего года в Лабытнангах в дополнение к локальным системам оповещения населения включилась в работу и территориальная система, которая значительно расширила возможность оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Игорь Борисов расскажет подробно. Сейчас запустим что-нибудь. Главное, чтобы сегодня не зазвучало. В единой дежурной диспетчерской службе идет демонстрационный запуск территориальной системы оповещения населения. По сигналу с коммутатора будут включены электрические сирены, расположенные на 8 социально значимых объектах. И их сигналы покроют практически всю территорию муниципального образования. Сирены расположены на зданиях администрации города, гостиницы «Семилиственниц», пожарных частей на автострадной и на Обской, 8-й школе, ну и так далее. Но сам коммутатор, запускающий территориальную систему оповещения населения, находится здесь. Вообще сигнал сирены обозначает сигнал внимания всем, услышав который, жители нашего города должны включить телевидение, по которому увидят наше объявление. К 8 электрическим сиренам территориальной системы оповещения прибавится звучание сирен локальных систем, расположенных в потенциально опасных объектах города. Так что этот сигнал не услышать будет очень трудно. По оценке специалиста Управления по делам гражданской обороны, с вводом территориальной системы оповещения сигнал «Внимание всем» гарантированно услышать 90% населения. До того было 50%. Стоимость системы превышает 10 миллионов рублей. На случай отключения электроэнергии в городе каждая сирена может быть запитана от резервного дизель-генератора. Кроме того, Управление по делам гражданской обороны заключило соглашение со службами экстренного реагирования на предоставление автотранспорта с использованием громкоговорящих устройств. Разработаны маршруты движения таких машин. Словом, для вашего оповещения о возникновении любой чрезвычайной ситуации делается все возможное. Предупрежден, значит вооружен. Так что не бойтесь завтрашних сирен. Уважаемые жители города, завтра будет проведена проверка системы оповещения населения муниципального образования город Лабытнанги с включением электрических сирен. Звучание электрических сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем». По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по телевидению сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Лабытнанги о сложившейся обстановке и правилам поведения населения. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».